Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В пятницу в Самарской области пасмурно, местами пройдет снег, подморозит. Температура воздуха в дневное время -1-3 градуса, ночью 5-7 ниже 0. Ветер преимущественно северо-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо без осадков, днем 2 градуса с минусом, ночью 6 ниже 0. В Тольятти пасмурно, в течение всего дня будет идти снег, днем -2 градуса, ночью -5. Северо-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером небольшой снег, днем -2 градуса, ночью -5. Ветер северо-западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.